Представники областного громадского объединения «Инвалиды-спинальники» сегодня провели встречу с водителями троллейбусов на предприятии «Гарэлектротранспорт». Ганна Каральчук протягнет тему. Встречу присвятили такой хвалюющей теме, как безопасная перевозка инвалидов. Супрацовникам «Гарэлектротранспорту» не только рассказали про разные типы колясок, але и провели майстер-класс, как допомогти колясочнику войти в транспорт и покинуть салон. Ситуация может быть сприяльной, коли низкоподлоговый троллейбус подъехал до высокого припинку на отлеглости каля 15 сантиметров. Але порушение этих параметров так само не редкость. Коли в центральном районе уровень всех припинков достаточно высокий, то, например, у Новобелецким або Сальмашевском микрорайоне, зручных для инвалидов припинков, у разы меньше. Сустракаются и перешкоды, которые не дают транспорту подъехать у щельную до припинку. Тогда безопасная отлеглость для высадки колясочника минимум 1,5 метра до бордюра. Бывают случаи, что выпадают люди с коляски, либо травмируются люди сами коляской. Вот. К сожалению, да, проблема это все равно еще остается, потому что, во-первых, еще не везде высокие остановки. В троллейбус очень проблематично подняться. Иногда даже и водитель там не выходит, не помогает. Бывают такие случаи. Это, ну, все мы люди, все мы понимаем, конечно, что загруженность большая. Человек ездит каждый день и по большому маршруту. Но, опять же, это надо соблюдать все равно. Згодно с ответным пунктом Державного стандарта Республики Беларусь, миновито водитель обязаны оказать квалификованную допомогу пассажиру с обмежеванной мобильностью. При выполнении уже названных параметров большинство инвалидов могут самостоятельно сесть у троллейбус. У остальных выпадках, как колы коляски не затрымались, або инвалиду не пришлось скакать с бордюра, ему повинны допомогчи, поднять самостоятельно або закатить с допомогой специального пандуса. Подчас тренинга работники предприемства поспробовали здесьнить усе необходимые манипуляции. Учитывая эту проблему, мы при закупке нового подвижного состава в технических условиях предусматриваем оборудование откидной аппарелью, и понятно, что этот троллейбус в любом случае будет низкопольным. На сегодняшний день у нас более 75% низкопольного подвижного состава. В этом году предусмотрено 2 троллейбуса закупить. Низкоподлоговые троллейбусы, обсталеванные аппарелью, имеют специальные маркировки звонку. А кроме того, на предприемстве выпрацеваны специальный алгоритм деяния водителя при взаимодействии с инвалидами-спинальниками, які вывучают подчас приема на працу. Так, для посадки у троллейбус колясочник повинен притягнуть увагу водителя. То и в свою чергу объявляя по гучной сувязи пассажирам об необходимости вызволить место у салоне, а после пропоную свою допомогу. Загадзя варто удокладнить и пункт высадки. Все лето подобный тренинг сярод работников предприемства прошел 5 раз. Протягнутся такие мероприемства и у автобусных парках. Ганна Каральчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».